звено, которое сумело сегодня себя проявить. Пусть это было и большинство, но и переигра в равных. Ой-ой-ой-ой, что происходит-то у нас? 3-3! Да, там сдвоенный силовой! И одного игрока не нашлось на пятачке. Ну как быстро у нас вообще все меняется. Тут даже камера немножко шайбу потеряла. Этот... Пока тоже тренируется, да? Да, этот гол имени Зыкова, конечно, это передача. Не знаю, насколько он ее отдавал адресно.